Уретрит. Что это такое и какой он бывает? Уретрит можно разделить на два вида. Это специфический и неспецифический. Давайте разберемся, чем они отличаются друг от друга и что это означает. На простом доступном языке специфический уретрит – это воспаление мочеиспускательного канала, которое вызывается различными микроорганизмами, различными инфекциями, такими как гонорея, как трихомонада, хламидия, уреоплазма, микоплазма. Неспецифический – это уретрит, вызванный наличием условно-патогенной микрофлоры. К ним относятся различные стафилококки, стрептококки, грибы рода кандида, гонорелез. Специфический уретрит также может быть вызван после различного механического воздействия, то есть такого, как при различных обследованиях, как при цистоскопии, как при катетеризации мочевого пузыря, при прохождении камня, при прохождении песка. То есть все то, что может травмировать слизистую оболочку мочеиспускательного канала. Далее. Что еще к этому ведет? Это могут быть различные застойные явления в области малого таза. И также бывает сужение мочеиспускательного канала, которое опять-таки обусловлено наличием какого-то длительного хронического воспалительного заболевания. Симптомы специфического и неспецифического уретрита, можно сказать, практически одинаковые. То есть это могут быть резкие боли внизу живота, это болезненное мочеиспускание, это боли непосредственно внизу живота, жжение, также температура. Чаще всего беспокоит субфебрильная температура, это 37-37,5 градусов. Я хочу обратить внимание на то, что само течение уретрита, специфического или неспецифического, у мужчин и женщин проходит по-разному, потому что в силу анатомического строения уретры у женщин уретра короче. Поэтому все основные жалобы и основные признаки, они напоминают картину цистита. Это частое мочеиспускание, это болезненное мочеиспускание, это температура, как я уже говорила. У мужчин, в силу того, что уретра длиннее, происходит такое вот классическое течение уретрита и вся картина, связанная с этим. Характерным визуальным признаком уретрита как у мужчин, так и у женщин, это чаще всего бывает воспаление губок уретры, которые выглядят в виде валиков, они воспалены, они увеличены, слизистая ярко-розового цвета. Что такое острый, что такое хронический уретрит? Мы здесь разделяем эти два понятия по срокам и давности заболевания. Острый уретрит сам по себе, он возникает, как правило, очень быстро, это буквально на второй-третий день. А хронический уретрит – это если человек перенес уже острый уретрит и не занимался, собственно, его лечением, то есть это перешло в какую-то хроническую стадию. И таким образом различные факторы могут это провоцировать. Это переохлаждение, перемерзание, да, другими словами, даже перенагревание, либо больше съел соленой пищи, либо выпил спиртное, либо какая-то антибиотикотерапия. И тогда это вызывает обострение именно этого уретрита, и он переходит в хроническую форму. То есть весь смысл в том, что надо лечить. Если на острой фазе не было проведено компетентное лечение, то острый уретрит со временем переходит в хронический. Лечение уретрита зависит от причины, которая вызвала данное заболевание. Если мы сталкиваемся, как я уже говорила, со специфическим уретритом, который вызван такими инфекциями, как хламидия, трихомонада, уреоплазма, микоплазма, вирусные инфекции, герпес, цитомегаловирус, банальная кандида, которая вызывает молочницу, то, соответственно, ваш врач должен подбирать лечение, который будет бороться против этих инфекций. То есть это может быть антибиотикотерапия, противовирусная терапия, это иммуномодуляторы, это общеукрепляющие препараты. Если есть необходимость, также назначаются мочегонные препараты. Если уретрит был вызван каким-либо механическим повреждением, как мы уже говорили ранее, то есть после какого-либо обследования или прохождения камня, то, как правило, назначается противовоспалительная терапия, назначаются антибиотики широкого спектра действия. И таким образом купируется и болевой синдром, и уходит воспаление с временем.
при лечении ретрита, неважно, острого или хронического, специфического или неспецифического, очень важно соблюдать следующие условия. Если это все-таки уретрит вызван с какой-либо специфической инфекцией, то рекомендуется лечение второго полового партнера. В обеих случаях, как при специфическом и неспецифическом уретрите, на самом деле лучше воздержаться от секса. Это первое. Второе. Очень важно даже не то, что ограничить употребление алкоголя, а лучше перестать его принимать на период лечения. Третье. Очень важно в этот период не принимать раздражающую пищу. То есть все то, что мы относим к классу соленья, копчения, различные специи, острая пища. Ну и, как я уже говорила, побольше воды, побольше фруктов, витаминов, здоровый сон. То есть все то, что может укрепить иммунную систему.